Я решила сделать кимчи таким, знаете, как вот варят этот ихнюю кашу. Свой родной сок, он никуда, своя ноша не тянет, твоя рубашка ближе к телу. Ой, какая-то красота, вы видите, какая-то красота. Я даже не могу это описать. Пахнет вкусно, это такая красота, такая прелесть получается. Ой. Добрый день, мои хорошенькие, мои дорогие, мои золотые. Смотрите, что я делаю. У меня тут банка на банке стоит и банкой погоняет. Внизу у меня простая капуста, наша человеческая капуста. А вот здесь тоже наша человеческая пекинская капуста. Это будет кимчи-чимчи, а это будет просто маринованная. Я вчера ночью в 12 ночи засолила ее. Сока мало, очень мало. Так вот, если нажмешь, сок есть, а так сверху есть сок. В общем, просолилась. А сейчас буду ее обрабатывать, делать кимчи настоящее, вот с таким вот этим крахмалом. Крахмал, смотрите, для чего. Добрый день, мои хорошенькие, мои золотые. Я уже давно, 125 лет к вам не приходила, вот. Пожалуйста, я пришла к вам, потому что я очень по вам соскучилась, и вы тоже, наверное, по мне соскучились. Сейчас будем с вами делать капусту солить, кимчи буду делать по всем законам. Вот, смотрите, какая я. Но вы не смотрите, что я вот такая вот начепуренная, да, вот сережки такие. Ну, сережки почему одела? Потому что некуда мне носить. Я никуда не хожу, вот, а хоть перед вами вот своими сережками воображаю, хоть выгуляю их. Вы слышите мой голос, у меня вся семья поголовно, и дети, и внуки, и зятья, и снохи, все болеют, все болеют, и я не исключение, они все взяли больничные, все сидят дома, а я буду работать, я вам сейчас покажу, сколько я лекарств пью, это просто, вчера поехала в аптеку, но купила себе вот такие всякие лекарства, вот это вот от кашля, ну, чтобы горло не хрипело, вот это альвидон наш любимый, шведский. Ой, полетели таблетки все вниз. В общем, буду пить таблетки, накачаюсь хорошенечко таблеточками и пойду на работу. Потому что у нас наш работодатель не любит, если человек болеет. Мы всегда должны быть здоровенькими, радостными и веселенькими. Ну, в общем, дело не в этом, а дело в том, что сегодня мы будем делать кимчи. Я решила сделать кимчи таким, знаете, как вот варят этот ихнюю кашу или рисовую муку, варят с водой. Но я буду вместо этого, у меня нет рисовой муки, простую муку не хочу класть. У меня всего была один вилок вот этой вот капусты. Вот сейчас я вам покажу. Эту воду уберу отсюда. У меня был один вилок капусты. Вот столько у меня получилось. Сейчас посмотрим, что у меня вообще получилось. Вот, понюхайте, смотрите. Ой, уже сок дало оно. Ну-ка, гибкое стало. Они говорят, что гибкое должно быть. Не, гибкое не стало. Поломалось, смотрите. А что это? Ничего не надо. Вот так посолила, да? Я мало соли положила, немного. Вот, наверное, у меня там был где-то килограмм. В этом вилке даже чуть-чуть побольше. Килограмм, да. Я положила 2 столовые ложки. Не знаю. Попробуем сделать по всем законам. Но я вам еще раз хочу сказать, что у меня, как всегда, того нету, сего нету. Буду делать, исходя из того, что у меня есть. И это положу. Просто главное, сделаю вот это вот рисовое, их рисовую муку. Кисель сделаю. Но я не рисовую, вам сказала. Уже сделаю у меня маис стеркельса называется. Это кукурузный крахмал. Картофельного тоже нету. Сделаю из того, что есть. Давайте начнем. Время терять не будем. Я, как всегда, вот, знаете, из того, что есть, из того я буду делать. Вот смотрите, здесь мало, тогда, наверное, стакан хватит воды, как вы думаете, или больше надо взять? Так, включим, давайте побольше возьмем, еще один стакан налью. Пусть будет, как говорится. Сейчас она закипит, и буду класть вот этот вот маис, наш маис, кипарис. Вот он. Пока она у меня закипает, я сейчас на себя направлю. Вот это у меня мой холодильничек, чтобы вы меня хотя бы видели. Достаю вот эту свою самбал олег, как я всегда вам говорю. Его буду класть. Что еще у меня? Чесночная паста. То, что есть, то и положу. То, что нету, нету. Вот чесночная паста моя. У меня есть огурец. У меня есть сельдерей. Сельдерей туда ложится вообще или не ложится? Давайте я одну положу. И надо туда еще лук. Лук у меня вот здесь, как вы знаете, вот здесь есть лук.
Мои дорогие, я-то совсем забыла, давайте сюда переверну камеру. Я-то совсем забыла, что... Так видно? Что надо-то разбавить кисель-то этот. Как же его будешь туда бросать-то? Надо его сначала в воде развести. Вот так вот, в воде смешать сначала. Вот я даю, да? Шапокля. Настоящая шапокля. Вот так вот, водички его размешать надо сначала, чтобы он, как сказать, вот так вот растаял. Что много, что ли? Две ложки я столовой положила. Ну ладно, посмотрим. Что получится, то получится у нас кисель. Киселем будет у нас, да? Китайский кисель. Как раз вода подытывается, подкипячается. Вот смотрите как. Вы видите или нет? Смотрите как. Так. Я не вижу сама. Вот. Вот так. Разбавила. Будем теперь складывать вот сюда. Вот судить. Я не выключаю камеру. Сразу вот так кручу ее туда-сюдить. Тудыть-судыть. Смотрите. Подливаем сюда. И мешаем. Должен получиться у нас кисель. Он сразу загустевает. Смотрите, он сразу вот так загустевает и такой становится. Так, огонь меньше. Чтобы он у меня сильно-то не бурлило, знаете. А то сейчас я наделаю делов. Так, давай, наливаем еще. Оно должно покипеть всего одну минуточку. Минуточку, господа, одну минуточку. Кипи. Чего ты уже перестала кипеть? Мои хорошие, видео... Вы знаете, когда человек болеет, оказывается, когда энергии нет, вот все решает наша энергия. Сколько в человеке энергии? Если энергии нету, ничего невозможно делать без энергии. Поэтому в себе всегда берегите вашу энергию, мои хорошие. Я думала, что я вам уже говорила. Ладно, все налью. Я как всегда такая раз, а потом, давай все. Если много будет, что будет? Что-то она какая-то у меня подозрительная. Смотрите, кусочками становится. Кусочками. Настоящий клей получился. Короче, сейчас я его процежу, наверное, и то, что останется, оставлю. И остальное уберу, вот эти вот ошметки. Что это такое? Ошметки какие-то получились. В общем, вот так, все. Давай один раз скипни один раз, и все. Процежу. Все вам показываю, может, вам это не интересно, но знаете, вдруг кто-то захочет сделать. Смотрите, всю плиту обосрала, извиняюсь за выражение. Все у меня тут, уделала. Вот это я не люблю, не любит тетя Лиля такое дело. Сейчас, смотрите, процежу, чтобы вот этих ошметок не было. Через ситечко. Это уже без вас делаю, вам голову не морочу, чтобы. Мои хорошие, без вас ничего не могу делать. Уберу. Посмотрите, что у меня на столе творится. Даже вот когда вот такой вот бардак, Бардакевич, уже не хочется ничего делать. Это... Не морочь мне голову, да, как казахи любят говорить. Не морочь мне голову, так и я. Казахи подтвердят, говорят они так или нет. Не морочь мне голову. Так, сито пришло сюда. Видно сито, видно. Давай, клей. Что я делаю вообще? Что я делаю? Никогда в жизни я этого не делала. Вот какого черта я это сейчас делаю, да? Вот тебе это надо, тетя Лиля, на старости лет? Всю жизнь я делала свои... Кимчи-чимчи по своему собственному простому рецептику. Голову себе не морочила. А вот сейчас мне вот это надо, да? Значит, надо мне. Так вот. Опс. Вот это, смотрите, сколько осталось желе. Такое хорошее желе, жалко выбрасывать. Ну, выкину. Сюда надо положить сахар. Так было сказано. Где мой сахар? Две ложки сахара положу. Там было 2 стакана воды. Значит, 2 ложки сахара. Соль не знаю, соль, потому что капуста-то соленая сама по себе. Сахар положу сюда. Но она еще горяченькая. Вот пока горячая, только сахар. А потом остальные все ингредиенты. Вот это, все, лук там. Лук надо тоже будет блендерить, мне кажется, чтобы не был кусками. Тоже сюда лук, чеснок. Ну, чеснок у меня уже блендеренный, вот, готовый. Вы все знаете это. Короче, что я вам такое длинное видео делаю? Вообще, надо? Кто-нибудь будет смотреть мое видео? Давайте я нарежу пока овощи. Давайте первым делом я сначала сделаю свою эту капусту. Что с этой капустой? Давайте смотреть, что с ней.
Что с этой капусточкой? Смотри, ну-ка, у меня правильно стоит? Я посмотрю, подождите-ка. Надо, чтобы все видно было вам, мои хорошие. Чтобы вы все видели вот так. Сок есть, капуста получилась очень сочная. Ну-ка. А, да, которая внизу, смотрите, вот какая капуста. Это которая сверху так хрустнула. А которая внизу, там она, о, просолилась. Ну, я посмотрю, какая она, соленая или нет. Сок убираю. Ох, много сока. И попробую на вкус, которая самая нижняя вот была. Пробую на вкус. Мало соленая. Не такая уж она сильно и соленая. Сейчас я рассол попробую. Если рассол соленый, может, и рассол положу сюда. О! А рассол аж горький какой-то. Ну что, она всю ночь стояла. Люди вот 2 часа всего держат его. А у меня только ночь. Ладно, вот это так сделал. Не знаю, рассол выливать. Я пока рассол сэкономлю. Подождите, рассол налью вот сюда. От капусты. Жалко выливать. Получилось вот столько вот рассола у меня. Пусть постоит. Вот это мне будет вот столько мало. Чего я не купила 2 вилка? Чего я купила? Что это такое? Мало же это. Ладно, это будет пробное у меня. Откуда поставить? Очень соленое. Просолилась. Оказывается, соленая. Я думала, что не соленая, а оказалось, что соленая. Так, лук будем как резать? Лук давайте положим так просто вместе тоже. Не буду я через этот блендер блендерить. Вот как они говорят, вот такими. Длинненькими. Я никогда лук не ложила, не клала. Ну что делать? По законам джунглей будем делать. Вот так вот лук один. Ой, улетел тут. У меня все летит, мои хорошие. Это тетя Лиля. Ай-яй-яй. Один лук мало, наверное. Давайте еще один лук положим. Вот такой маленький луковица у меня. Так удобно, видите, как они у меня стоят. Беру, вытаскиваю, они как свежие. Ну, долго тоже так хранить нельзя. Максимум неделю, наверное, лук. Картошка у меня по 2 недели вот так стоит. Картошка там есть. А лук лучше вот... поменьше. Я никогда огурцы не клала сюда. Огурцы положу, огурец. Сейчас я его сделаю. Пол огуречка, наверное, хватит. Давайте все сразу будем с вами убирать, чтобы мне тут голову не морочило. Что у меня еще есть? У меня есть помидорки, но помидорки тут даже не положишь, правда? Так, моем. Сюда еще нужен был зеленый лук. Но так как зеленого лука у меня нету, поэтому я зеленую шкурку вот эту снимать не буду с огурца. Пусть он, наверное, будет у меня. А это, как его сделать? Как его нарезать, мои хорошие? Подскажите, тетя Лили, пожалуйста. Я не знаю, как его резать. О, Господи. Давайте вот так. Чем сочнее, тем лучше, правда? Я люблю сочные вещи. Чтобы было сочно. Ух, какой сочный Вася. Ну, я огурец, он просолится. Это у нас будет квашеное. В этот раз я не положу, вообще не положу уксус. Для меня это нонсенс, чтобы не положить уксус. Вы же знаете, я очень люблю уксусное все. В этот раз не буду класть. Посмотрим, что у меня получится. Я хочу сделать ферментированное, как говорится. Ферментированная, без уксуса. Надо уже, знаете, как сказать, экологическое кушать, начинать. А может, и не надо начинать, да? Вот, смотрите, как красиво получилось. В общем, у меня своя кимчи. У меня чимчи будет. Не кимчи, а чимчи. Так, а еще давайте сельдерей. Сельдерей, конечно, у него своеобразный вкус, но я положу его. Вот у меня будет эксперимент. Я его положу всего вот один вот такой. Один вот такую стрелочку. Сельдерей, знаете, он очень вкусный. Мои хорошие, вы на мои маникюры, педикюры не смотрите, ладно? Это я болею, и вообще у меня всегда так. Делайте скидку мне всегда. Давайте вот такими будем делать. Это, знаете, будет потом хрустеть в этом. Вот здесь кимчи. Оно, конечно, свой вкус даст. Ну и что, пускай. Сельдерей – это очень хорошая вещь. Ну-ка. Его просто так кушать без ничего, и все.
Ничего вкусно. Хочется еще побольше сельдерея туда положить. Просто я думаю, вдруг запах, вкус кимчи перебьется потом. О, смотрите, сразу много получается. О, о, сколько всего. Сельдерей давайте еще положу. Я снимаю кадром, который, наверное, будет 15 минут идти, мои хорошие. Так что вы терпите. Терпи, казак, как говорится, атаманом будешь. Наша мама всегда так говорила. Помню, всегда мама говорила. Видите, с вами вспоминаю разные пословицы, которые 100 лет. И это, всегда говорили, терпи, казак, атаманом будешь. А мы, когда маленькие были, мы думали, терпи, коза, а то мамой будешь. Представляете? Я всегда маме говорила, мама, что, какая коза? Она говорит, казак, атаман. Атаман, наверное, сейчас люди и не знают, что это такое атаман. Молодежь не знает многие. Атаман – это предводитель. Предводитель бушующих людей. Бурьянов. Смотрите, что получается у меня. О, красотища какая. Еще знаете, что хочу? Давайте сюда петрушку положим. У меня же петрушка есть, мои хорошие. Дорогие мои, вы как хотите, чтобы на меня смотреть или вот сюда смотреть? Конечно, вы мне не можете сказать, это я могу сама только как-то предугадать ваши предпочтения. Смотрите, петрушка здесь у меня. Кусками какими огромными, видите, этими. Прям такими веточками, вот. Я ее просто положу, просто для красоты. Сюда бы еще морковочки для красоты, да? О, я сейчас посмотрю в морозилке. Может, у меня в морозилке есть морковка? Сейчас, подождите-ка. Надо все исследовать в своей морозилочке. Мне вообще-то еще морковка. Есть чуть-чуть, есть, мои хорошие. Есть у меня морковка, вот, в морозилке. Как хорошо иметь вот такие замороженные вещи. Морковка крупная, нужна еще туда, вот, для той капусты. Но я, давайте я чуть-чуть возьму. Чуть-чуть. Чуть-чуть, это сколько чуть-чуть? Ты для этого, потому что крупно слишком, для капусточки. Вот такими. Морковку обязательно надо, знаете, чтобы кимчи было красивое. Сразу смотрите, какой красивый, да, получается? Ну, чуть-чуть морковки. А эту морковку я положу вот сюда, в другую. Смотрите, все. Все выкладываю. Всю морковь ложу сюда. Это будет очень вкусно. Кладу, кладу, мои хорошие. Не ложу, а кладу. Знаю, знаю, мои хорошие, тетя Лили, не ругайте. Знаете, какой я порядок навела на столе? А то я посмотрела сейчас в камеру, у меня там что-то, черти что творилось, да? Давайте так, уберем все, еще кое-что видно, но ничего страшного. Не пищите, не пищите, это моя плита, я тряпочку мокрую положила, хочется, чтобы все чистенько было, и тороплюсь тоже. Знаю, что у вас тоже времени нету, вы же тоже не можете тут рассиживаться со мной 3 часа. Тут, пока я вожусь... Мне еще сегодня больной на работу идти, мне надо вылечиться. Давайте я сразу тарафлю свою глотну прямо при вас. Где моя тарафлю? Сейчас покажу вам, как я его пью. Это вот такая, это вообще никакая не реклама, просто я не знала. Это я купила самое дешевое, что есть в аптеке. Самое дешевое, что есть в аптеке, купила вот так. Это, знаете, спасает от этого, от кашля, от очень сильного кашля. О, как будто 100 грамм долбанула. Ой, ай, ничего, 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 ничего. Чтобы для профилактики, как говорится. Так, это мы сделали. Теперь мы будем делать вот эту вот, нашу замазку, закваску. Мои хорошие, я первый раз все это делаю, да? Я не знаю, что получится. Вот такое, что это такое? Ну-ка, горячая? Тепленькая. Чеснок берем, нашу пасту чесночную. Положу ее сюда. Потому что она, как сказать, чтобы немножко запах убить. Вот столько хватит. Запах убьется в теплом. В тепленьком. Потому что слишком чеснока тоже не хочу. Чтобы такой явный вкус был. Явный, яростный вкус чеснока тоже не хочется. Вот так. Смотрите, хорошо. Без комочков, без ничего. Прекрасно получилось. Ну-ка, пробуем. Все пальчиком пробуем. Хватит чеснока, хватит. Теперь вот этого острого самбал Олег. Я раньше делала только с этим. Ничего не добавляла. Вот у меня вот это было. Я вам уже 2 раза показывала, как я делаю. Вот это самый-самый вкус. 1. Слишком горько я не буду. Вот так, 2 пока начнем. Посмотрим, что получится у нас, какой вкус. Сахар тут есть у меня. Соль здесь должна быть. Ну-ка еще раз соль пробую. Нету соли там. Не соленая. А я же лук попробовала. О, Господи.
Конечно, не соленый. Лук попробовала. А сама кимчи соленая. Вот такая у нас получилась. Муть получилась, да? А что она такая? Это слабенькая, да? Слабенькая. Кисло-сладкая получилась. Ох, какое вкусное. И знаете, остроты не так уж и много. Давайте еще одну ложечку и все. Больше не буду. Больше не буду. А то я слишком тоже не могу кушать. Слишком. Уберу. А то оно мне, знаете, когда на глазах стоит, я еще положу и еще положу. Убирайся давай с моих глаз. С глаз долой с моих. Быстренько. Не мешайте мне здесь. Так-с. Мешаем. И хочется такого какого-то цвета, да? Красненького. Давайте положим паприки сюда. Паприку. Паприка же у меня есть. А туда кориандр, вы не помните, кориандр кладется туда? А, черный перец кладется. Черный перец кладется, точно знаю. Точно знаю это. Черный перец. Чеснок я положила. Кориандр. Давайте кориандр тоже чуть-чуть. Кориандра положим тоже чуть-чуть. Ну что, раз я делаю уже, делаю до конца. Все подряд замешаю, что получится. Если будет это вкусно, я вам честно скажу, если мне понравится, то вам тоже понравится. Я думаю, у нас с вами вкусы одинаковые, я думаю. Это что такое? Это кайен. А где у меня этот красный перец? Красный паприка. А, вот паприка, нашла паприку. Последняя паприка осталась немножко. Давайте чуть-чуть. Для цвета просто вот так. У меня голос какой-то вообще стал. Все, мои хорошие, все сделала. На ваших глазах все делаю. Колдую. Тут бабка-колдунья. Бабка-колдунья, да? Вчера ходила к своим внукам, к Альфреду и к Верочке. Какие они хорошие. Они тоже болеют. Постоянно болеют они, потому что Альфред в садике и Вера в садике. Но Веру оставил папа сегодня дома, потому что у нее температура вчера была весь день. Я ему же говорю, оставишь девочку. Я не знаю, как они отдают такую маленькую. Как вкусно. Очень вкусно получилось. Такое остренькое. А теперь давайте вот так мешать. Я хочу, чтобы вам было видно, мои золотые. Как же делать так, чтобы вы видели? Давайте я посмотрю еще раз. Вот такой вариант я придумала сделать, смотрите. Я наливаю все сюда. Потому что у меня же маленькими нарезано кусочками кимчи. Мне не надо ее там. Но она получилась не очень яркая. Ну и пускай. Зато все видно. И зелень, и морковку видно. Красным все не забивается. Все хочу вытащить сюда, чтобы ни один не ушел у меня вот этот вкус. Ни один смак не ушел. Так, это убираем. Так, и это будем теперь мешать с вами. Какой рукой? Левой рукой буду мешать, чтобы вам видно было. Маникюры мои не смотрите, еще раз вам говорю, маникюрчики прячу. Получилось не очень ярко, да? Не очень ярко. Ну и что? Ну и что? Потому что я слишком много красного перца не могу ложить туда. И паприки у меня мало, вы же видите? Но зато вкус, какой вкус, самое главное. Мне кажется, сахар дает вкус. Самый вот этот вкусноту дает сахар и остринка. Ой, у меня прямо слюнки текут. Пахнет вкусно. Ну-ка, понюхаю. Пахнет очень вкусно. Мои хорошие. Это так пахнет вкусно. Это такая красота. Такая прелесть получается. Ой. Но оно должно стоять. Оно должно стоять, не знаю сколько, я не помню. Смотрела миллион рецептов и не помню. Чего за память, блин, деменция? Это так красиво. Это так красиво. Хочу вам показывать и показывать. Смотрите. Пахнет, как будто я у корейцев дома. Знаете, у нас в детстве, у нас одноклассницы были кореянки. Анжелка. Анжела Пак. Если ты меня, Анжела, где-то видишь, они, наверное, в Южной Корее где-то живут. Моя хорошая, мы тебя не забыли. Мы помним тебя и твою сестру, и твою маму, и твою папу Костю, и маму Зою твою. Конечно, наверное, их уже нет в живых, но все равно, когда к ним приходили домой, да, вот этот корейский специфический запах, вообще он на весь подъезд стоял. К Анжелке заходишь в подъезд, а они на четвертом этаже жили, а у нас лифтов-то не было, пешком ходили. И вот с первого этажа вот их запах корейский чувствуется, что вот здесь в этом подъезде живут корейцы. Вот этот необъяснимый запах вот этого кимчи, да, стоял, и у меня теперь такой запах есть. Сейчас оно у меня сейчас будет стоять, или я его положу в банку,
И пусть оно у меня стоит здесь. Сейчас посмотрю, какую банку найду. Нашла вот такие две баночки. Скляночки. Посмотрим. Я, знаете, попробовала еще раз. Хочу теперь, вот знаете, попробовать огурчик. Огурчик попробую сейчас. Какой он на соленость. Мне кажется, соли не хватает. Вот этот рассол, который я оставила здесь, наверное, я добавлю чуть-чуть. Вот так вот там. Потому что, знаете, соли не хватает, и потом оно должно уже мариноваться в чем-то, да? В рассоле, мне кажется, чтобы не было сухое. Пускай это же свой сок, как говорится. Свой родной сок, он никуда, своя ноша не тянет. Твоя рубашка ближе к телу. Ой, какая-то красота. Вы видите? Вы видите, какая-то красота? Я даже не могу это описать. Мне даже на цвет нравится. Мне даже на запах нравится уже сейчас все. Короче, можно сделать из того, что нету. И даже из того, чего нету. Давайте еще раз я рассол попробую, чтобы был не очень соленый. Ну-ка. Оно же должно прокиснуть же еще. Вы знаете, я весь добавлю рассол. Короче, у меня ничего не ушло, не пропало. Даже сок, который каждый свою дал, он не ушел. Я его не смыла. Вы как хотите, можете меня ругать. Можете сказать, что ты сделала совсем не кимчи, а чимчи, а мумчи. Не знаю, что ты там сделала, но я сделала так, как я сделала. И я вам через 3 дня скажу, пусть 3 дня у меня вот тут на кухне будет стоять. Посмотрим, 3 дня, каждый день буду пробовать. Если, мне кажется, я даже буду пробовать и все его съем. Ой, весь съем, наверное, пока буду пробовать. Давайте на 6-ку вот так, подальше, вот так, ага. Все, перекладываю в баночки. Давайте, ну-ка, какие крышки-то? Крышки-то есть? Крышка нет, не та, это та. Еще крышки не найду. Вот, мои дорогие, получилось у меня, значит, 1 баночка получилась, и вот это осталось. И я хочу, это оставлю сейчас в холодильнике, не в холодильнике, на столе тоже оставлю, но я положу сюда уксус. Положу чуть-чуть уксуса сюда, это буду я кушать сегодня уже, наверное, вечером. Как столовую ложку уксуса положу, 24%. А это я закрою, баночку сейчас протру, вымою. Вот. Сюда это морковочка. Все, сделала. Через 3 дня буду пробовать, пусть она у меня прокисает, ферментируется. 3 или 4 дня, даже может быть 5 дней будет вот так стоять. Может быть, его сильно не надо закрывать, но вот так, в общем. Пускай киснет, она должна прокисать. А это сейчас попробую сразу. Положила уксус сюда. Все сделала на ваших глазах, прям от и до. Вот сколько времени вы смотрите это видео, за столько времени я это все и сделала. Ну, не считая того, что я засолила вечером капусту и под пресс поставила. 2 ложки, в общем, у меня мелкая соль была, у меня нет никогда крупной соли. Не могу крупную соль, что-то я ее не очень уважаю. Или мне тут раз попалась, последний раз плохая, ну, невкусная. Это что, кусок лука, что ли? Да, кусок лука. Короче, пробую сейчас. И все, на этом. Это видео у меня закруглится. Я приступлю вот сюда, к этой капусте. Ну вот, дорогие мои золотые, все вам показала, что я делаю, чем занимаюсь. Хоть я и болею, но я готовлю кимчи. Все равно кушать-то надо. Сейчас болезнь пройдет, и мне так захочется чего-нибудь кисленького. Мои хорошие, видео снимаю такие, которые есть. Сейчас зима, конец зимы, тем более, знаете, вот болеют все. Вся страна болеет, весь земной шар сейчас болеет. Вот, ну что сказать, я вот смотрю всех блогеров, все вот покосила всех, хотя эта болезнь прям косит. Но будем держаться, будем энергию сохранять. Мои хорошие, выше головы я не могу прыгнуть. То, что вот я, как я живу, так я и показываю. Я не могу показать какие-то роскошные хоромы или какую-то там сумасшедшую жизнь в Швеции, которую кто-то проживает, может быть. Но я вот проживаю вот такую жизнь. Что сделать? Хорошо, что у меня есть вы, хорошо, что у меня есть канал. Я так счастлива, я так рада, что я могу с кем-то делиться, с кем-то разговаривать.
Я просто в восторге. И что ко мне, вот я неделю не выставляла видео, я жаловалась, что никто не подписывается. Неделю не выставляла, и все равно подписки идут, потихоньку капают. Мои дорогие жемчуга и бриллианты подписываются на меня. Мои хорошие, всего вам хорошего желаю. Поскорее все выздоравливайте, не болейте ни в коем случае. Я буду снимать то, что у меня есть, и все с вами я буду делиться, мои хорошие. Пока-пока, всех вас люблю. Кимчи обязательно покажу, как я ее дегустирую.